Словно капля ртути скользит паук-серебрянка, строит себе дом. Сначала, как и сухопутные пауки, он плетет около водорослей паутину. Получается что-то вроде крыши. А потом подводит под эту крышу стены воздушного дома. Тело серебрянки обладает способностью захватывать воздух в виде мельчайших пузырьков. Паук запасается ими, поднимаясь на поверхность. Так постепенно растет его воздушное жилище. Сюда серебрянка возвращается отдохнуть и подкрепиться тем, что удалось поймать в воде.